которая играет всю возрастающую роль в мире, поскольку... Юг готов к диалогу, север нет. Спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник пообщалась с делегациями КНДР и Южной Кореи на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, которая проходит в Санкт-Петербурге. Сенатор рассказала, что пыталась организовать встречу представителей находящихся в давней конфронтации стран. И если делегаты от Республики Корея согласились сразу, то их соседи на встречу не пошли. С Северной Кореей был очень длительный и непростой разговор. Они не готовы к переговорам сейчас. Они еще раз подчеркнули, что считают обладание ядерным оружием единственным эффективным средством защиты своей страны и своего народа и единственной гарантией их суверенитета. В этот же день, во время заседания ассамблеи, на которую съехались больше 2000 участников из 160 стран, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН и введении санкций в отношении Северной Кореи. Это произошло спустя практически год после того, как этот документ был принят Совбезом. Он запрещает военно-техническое сотрудничество с КНДР, расширяет список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, и накладывает ограничения на торговлю с Северной Кореей.